Всем привет! Ну что, в Сочи наступило лето, я смотрю, народу все прибавляется и прибавляется, много отдыхающих, поэтому давным-давно уже не было у нас никаких обзоров. Сегодня у нас обзор на доставку фарфор в Сочи. Я заказала сет, называется он «Удачный». Сейчас посмотрим, насколько это правда. А здесь, значит, три ролла целых, сейчас будем разбираться с чем, и четыре штучки полпорции, это Philadelphia Light. И также заказала у них еще пиццу. Пицца 4 сыра. Она у них считается пиццей дня. Сегодня стоила она 375 рублей, а сет стоил 1050. А плюс у них на любое количество роллов идет одна порция соевого, один васаби и один имбирь. Соответственно, я еще дополнительно заказала сюда два соевых и один имбирь, потому что Макар у меня ест много имбиря. Давайте начнем с пиццы, пока она, надеюсь, еще горячая. Попробуем пиццу. Итак, пицца 4 сыра. Доставка очень быстрая, привезли все за 35 минут. Пицца очень вкусная, она подостыла, поэтому уже не тянется, но очень вкусное тоненькое тесто и очень хорошо здесь сыра. Вкусно. Вообще у этой доставки очень большой такой ассортимент. Там есть все, там, по-моему, есть и шашлык, все что угодно можешь заказать. Это мне друзья посоветовали. Они здесь живут тоже. И они, говорят, постоянно пользуются именно вот этой доставкой фарфора. Ну, сейчас проверим. Это из разряда бюджетной доставки. Ну, сейчас посмотрим. Короче, пицца. Пицца зачет. Вкусная. У них есть вот такая обычная пицца. И есть еще... Господи. Римская с разными вкусами. Ну, так как моей целью все-таки были роллы, а не пицца, поэтому я взяла просто пиццу дня. Ой, ну что, приступим к роллам. Я наконец-то по ним соскучилась. Что-то одно время, потому что их тут тестили-тестили. И они уже не заходили. Сразу васаби. Так, ну давайте начнем с классики, потому что запеченные это запеченные. Начнем с Philadelphia Light. Ну, в принципе, на такой размер начинки. Ну, можно было и побольше. Рыбка. Ну, рыбка, кстати, не, знаете, не просвечивает. Непрозрачная. Пробуем. Угу. Очень нежная рыбка. Свежая. Без всяких там, знаете, непонятных ароматов дополнительных. Здесь просто сливочный сыр, огурчик и тоненький, ну, как бы, неполный оборот рыбы. Вполне себе вкусно. Имбирь, кстати, тоже вкусный. Так, пробуем, значит, первый ролл такой. Запеченной шапкой, зеленый. Внутри курица, помидор. И сверху вот шапка. Шапка. Шапочка чесночная. Вкусно. Вкусно. Хотя я чесночную шапку не люблю. По начинке. Ну, нормально. Слушайте, учитывая, что это все-таки, да, не премиальные роллы, ингредиенты все свежие и сочетание все, ну, вкусное. Шапка прям нежная-нежная.
Так, короче, эти плюсуем. Следующее у нас, ну, похоже на Калифорнию, только здесь не краб, здесь курица, пекинская капуста, сливочный сыр. Сверху присыпано это все укропом. Какой-то соус, видимо. Сейчас попробуем, что это может быть, спайси. И унаги. Нет, это не спайси соус, это просто, ну, майонезный соус, смешанный с икрой. И сверху еще чуть-чуть полито унаги. Ну, вкусно. Вкусно, начинки на такой размер нормально. Слушайте, удивительно, что я их раньше никогда не заказывала. Хотя я даже видела, когда в Дагомыс мы едем, мы проезжаем вот это заведение. Причем не заведение, у них нельзя покушать внутри. У них прям какая-то база, вот, ну, производство. Роллы, пицца и там, ну, многое другое. Воки, все прочее. Так, ну и завершает. Короче, я поняла, почему он недорогой. Они все здесь идут с курицей, за исключением вот этой вот Филадельфии. Значит, здесь у нас курица, помидор, омлет и сверху сливочный сыр, сама шапка, сливочный сыр и вот такой же вот майонезно-икорный соус. И присыпано все это еще кунжутом, но они все присыпаны кунжутом, кроме Филадельфии. Здесь причем не просто курица, здесь копченая курица. Вот в этом последнем. Очень вкусно. Очень вкусно, что важно, вот этот сыр на шапке, он не кислит. Бывает такое, что в роллах очень кислит. Сыр здесь, сыр хороший. Вообще ингредиенты все хорошие, все свежие. Да, понятно, что в основном курица, ну и цена зато. Блин, все вкусно. А я еще и соскучилась, так порол, дайте прям так можно макну. Роллы не разваливаются. Филадельфия прям хороша. Никогда, вообще никогда не заказываю Филадельфию намеренно. То есть отдельно никогда ее не заказываю. А тут прям, слушайте, может, зря я так с ней. Ну, вот это волшебный. Ну и последний. Все-таки у нас обзор, а не обжираловка. Очень вкусно. Здесь прям помидорчик. Очень хорошо чувствуется. Вкусно. Ну, еще один. Я просто голодная. Ну и давно не заказывала.
Очень вкусно. В общем, какой делаем вывод? Доставка роллов в Сочи. Фарфор. Рекомендую. Цена-качество соответствует. Да, у них нет каких-то, может быть, прям таких дорогостоящих ингредиентов из серии там авокадо и все остальное. Они готовят из ингредиентов попроще, но все это свежее, вкусное. И это недорого. Поэтому рекомендую данную доставку. Спасибо, что смотрели. Всех целую. Всем пока.